Юлии Хоркиной. А сейчас мы смотрим нашу чемпионку России в абсолютном первенстве Анну Павлову. Угу. С огромным интересом. Выучить ее, какая она многоборка. Наоборот, чтобы понять, мне кажется, какие же ее снаряды. Вот сейчас она сделала штальтер с поворотом, перед этим чуть-чуть. Это был супер-е элемент вот этой маленькой малышки. Держись. Так. Это уже все знакомые перелеты. Я просто, она сделала перед этим сальто вперед, ноги врозь, потом перелет Ткачева. Но это просто надо обязательно перейти на другую жертву. Не очень сложно. Это перелет, переход она сделала. Носочки вытянуты. Да, да, она по школе очень хорошо подготовлена. Ну-ка, ну-ка. Вот как, молодец. Просто молодец. Молодец. Очень ровно, очень уверенно. Как всю жизнь просто выступает. Значит, она у нас не очень-то, я вам скажу, не нечаянно она стала вчера чемпионкой-то. Ну, в общем, мы об этом-то и не говорили, что нечаянно. Она, наоборот, очень ровно выступает на всех снарядах. Поэтому очень хочется понять, на каком же все-таки ей больше.